Четвертая ассамблея Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти пройдет в Ульяновске с 27 по 30 июня. Четвертый раз Вега соберет мэров городов и руководителей крупнейших IT-компаний всего мира, которые представляют передовые достижения в сфере электронного управления и проектов умного города, обсудят ключевые стратегии развития и лучшие практики. О высоком уровне мероприятия говорит то, что первые три ассамблеи принимали корейские Сеул, испанская Барселона и китайский Чэнду. Ульяновская область, мы полагаем, не случайно выбрана в качестве места для проведения данного мероприятия, поскольку развитие IT-кластера на сегодняшний день для губернатора Ульяновской области является одним из приоритетных региональных проектов. И то состояние дел, которое есть сегодня на рынке IT-услуг, на рынке тех умных продуктов, которые производятся на территории Ульяновской области, говорят о высокой степени их развития. На протяжении трех дней с 27 по 29 марта члены Организационного комитета Ассамблеи проверили готовность Ульяновска к приему форума. Мы осмотрели площадки, на которых пройдут мероприятия Ассамблеи, ознакомились с потенциальными партнерами и с достижениями региона в сфере интересов нашей организации. За три дня мы оценили комфорт показанных нам площадок и работу дирекции, занимающейся организацией Ассамблеи со стороны Ульяновской области, и остались довольны увиденным. Добавим, что уже определены авиаперевозчик Ассамблеи, подрядчики по иной транспортной составляющей, а также по обеспечению техникой. Фактически готовы партнеры по культурной программе. Есть понимание бюджета Ассамблеи, который сложится из денег ВЕГО, средств региона и внебюджетных источников. Георгий Кузнецов, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.